все школы и университеты страны экстренно перешли на дистанционное обучение, но в реальности далеко не все к этому готовы. Как избежать паники и хаоса? Как грамотно выстроить все организационные процессы и увлечь детей? В Молдове с 20 апреля начнет работать платформа онлайн-обучения edukatioonline.md. Об этом на своей страничке в Фейсбуке рассказал мэр Кишинева Ион Чебан. У новой платформы будет цифровая библиотека, созданная с целью обеспечения процесса дистанционного обучения для всех учеников. Библиотека будет содержать около 4000 записанных уроков для учащихся с 1 по 12 классы, включая реальные и гуманитарные профили по 15 дисциплинам. Уроки будут на румынском и русском языках. В разработке видеоконтента участвуют 150 учителей, которые консультируются с несколькими группами экспертов. Каждый ученик и учитель по всей стране получит доступ к видеолекциям, предназначенным для учащихся всех классов. С этой целью была запущена онлайн-библиотека, где будет размещена дидактическая поддержка, созданная для учеников. Я имею в виду цифровые учебники, презентации и упражнения. Короткий период мы объединили все усилия, знания и возможности, чтобы обеспечить детям полный образовательный процесс, отметил Ион Чебан. Более 300 тысяч учеников государственных учебных заведений получат доступ к школьной программе, разработанной в новом формате, а также почти 10 тысяч детей с трудностями в обучении и ограниченными возможностями смогут воспользоваться программой дистанционного обучения. Ион Чебан отметил, что было озвучено предложение, чтобы некоторые лекции в формате видео транслировались по телевидению, чтобы обеспечить максимальный доступ к обучению для всех учащихся.